говорили эксперты об изменчивости и быстротечности моды, есть в ней кое-что постоянное. Речь о платьях. Да-да, среди всеми любимых моделей есть такие экспонаты, что носили еще ваши бабушки и прабабушки в юности. Не сомневаемся, что вы без ума от своего трикотажного платья с вырезом лодочкой или от модного силуэта с драпировкой, но сейчас не о них. Итак, какие модели всегда будут в моде, несмотря ни на что? Многие девушки ценят платье с запахом за его универсальность. Оно подчеркивает достоинство фигуры, прячет ее недостатки, подходит и худеньким, и полненьким. В общем, полный фарш. А еще его можно носить не только по особым случаям, но и в рабочие будни. Все зависит от длины, расцветки и деталей. Так, высокие разрезы и глубокие декольте только для романтических встреч. Расслабленный бельевой стиль был актуален еще в 20-е годы прошлого века. Этот незатейливый фасон любит за его сексуальность. Но это не значит, что оно уместно лишь на свидание. Носите его поверх водолазки или с кожаной курткой-косухой, чтобы создать дерзкий городской образ. Платье-комбинацию можно надеть и в офис, только в паре с пиджаком или белой рубашкой сверху. Оно будто создано специально для повседневных нарядов. Такое платье впишется в любой образ. С каблуками или кроссовками, жакетом или спортивной курткой. Этот силуэт идеально подойдет к хрупким красавицам. Носить его можно в свободном стиле. На стройной фигуре платье-рубашка выглядит как оверсайз. Подчеркнуть талию можно с помощью ремешка. Девушкам с пышными формами рекомендуется носить платье-рубашку вместе с поясом, чтобы избежать лишнего объема и бесформенного силуэта. Любимая модель несравненной Твиги, актрисы, модели 60-х годов, не собирается сдавать модных позиций. Такое платье чаще всего похоже на длинную футболку или майку, но иногда может иметь и немного приталенный силуэт. Просторный фасон может поможет скрыть некоторые изъяны фигуры, а очерченный силуэт подчеркнет изящные изгибы. Кстати, оно удобно и для офиса, и для прогулок. Приталенное платье с облегающим лифом и юбкой солнцем – это must-have гардероба каждой женщины независимо от комплекции и возраста. Оно одинаково хорошо сидит на каждой фигуре. Сочные красавицы могут скрыть в юбке свои пышные бедра, а миниатюрным девушкам такой фасон, наоборот, добавит объема в нужных местах. Хорошо смотрится силуэт с кардиганом или коротким свитшотом. К тому же его тоже можно одеть и с кедами, и со шпильками. Глубокий V-образный вырез такого платья и открытая спина делают его определенно вечерним вариантом. Но есть модели и с более скромным верхом, которые напоминают пин-ап наряды. Такие решения все же лучше оставить для вечеринок и любовных встреч. А длинные силуэты из легкой ткани – отличный вариант для пляжного отдыха. Облегающее платье средней длины многие девушки носят на работу и учебу. Только обязательно в паре с блейзером или кардиганом. Но назвать комфортным этот тесный фасон можно с трудом. К будничным моделям такое платье отношения не имеет. Для шумных вечеринок берите длину покороче и возьмите блестящий жакет на случай прохладного вечера. Мы,
Уверены, эти модели продержатся в списке лучших еще не одно столетие. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, и вы увидите еще много-много интересного. Пока!